концу, но я не могу не вспомнить еще одну вещь. Помните, мы говорили о посвящении поэтам Игорем Шафераном стихов своей жене? Но в жизни поэта было еще одно очень важное посвящение. Я, как отец, тоже очень хорошо это понимаю, потому что это посвящение дочери Анне. Она тогда только что пошла в школу, и папа поэт, который переживал, естественно, за ребенка, загруженного, ну, скажем так, образовательной программой, написал утешительное для нее стихотворение. Не догадываетесь еще, о чем идет речь? Прекрасно. Так что появлению знаменитой всеми любимой песни «То ли еще будет» мы обязаны Анне, которая сегодня, конечно же, у нас в зале, вы все ее видели, она дарит цветы вместе со своей дочерью. Как ангел-хранитель сегодня нашего вечера. И я опять с удовольствием приглашаю на сцену локтевцев, замечательных поющих детей. Посмотрите, какие они красивые, какие они замечательные. Немножко строгие, но сейчас, скорее всего, они начнут улыбаться. Да, начинайте. Уже пора. Вот, уже лучше, замечательно.